как шпарит. Мы get demonetized. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они. The original Stalker was a crazy game. Very ambitious, спасибо just тебе. Technically rough. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, but if we давай, can get that kind of gameplay ambition married with like a really solid game, oh my god, it looks so good. Yeah, this looks a lot better than the old game did, and that's for damn sure. See, this wasn't even the most interesting part of Stalker. It was like all the politics, the different camps and all that stuff. Не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Yep, the anomalies are back. Stranding game. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. The floor looks a little weak. Слышал? Вот это культура. А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мессия. Прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. The frame rate looking crispy too. It'd be nice to have some next gen only titles. Yep, see? The freaking stuff in Stalker is the worst. That was the part that made it like. Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего? А дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, скажи. Look at the faces, man. Я не отдам ее никому. Looks so good. Сона дала мне жизнь, новую жизнь, жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее всегда. Those environments. What the hell? Охренеть. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Тарка. Okay, said that. Ooh, April 28th? Wow, we're getting a lot of release dates that these games are not gonna hit.